Я их ждал, минут 20. Они доиграли, все, нашло катку, я принял. Интернет обрезал, короче, не заходит вообще в феску никуда. Я, короче, психанул, комп выключил. Я понял, в тот момент еще рассказывали историю. Я его в моменте перебил. И все, да? Я думал, что он обиделся, а у него вылетело. Там поиграю, да. Не надо сохранять ничего. Бесспорно, не нужно. Я украсил. Надо быстрее непредельно знать уже решение, куда ты сел. Удобнее, как еще вас там сижу. Фойки, да, волги, мостовые игры. Thank you.
Не заладился у вас диалог сегодня. Значит, как-то да. Ага. Ведете в счете? Все ли получается? Все ли легко, как выглядит, как кажется? Да не прям легко. Есть хороший момент, хорошие голы забили. Жалко, вот Воробей там не забил еще два момента. А так вроде все нормально. Ненужный гол пропустили. Я думаю, пока надо. Да нет, а что у тебя? Ты чё, брат, ты просил много столько услышал? Не, ну, блядь, да, я говорю, нельзя. Надо уметь воспринять. Я пару моментов так убирал, смотрел, что ты за спину. Они видят тебя. Я два раза дёргаю, они ждут. Первые 5-20. Если ты, ты посмотри, где опора. Если опора не далеко. Если начинает через бровку выбрать, ты за бровку отвечаешь, бар это тот середин, который отвечает. Хорошо? Вот и остальное везде подбор. Слева. Только Локо, только победа!
головой только что-то сбиваем. С победой! Саша! Илья, дай человек попить-то. Коллеги, заходя в раздевалку, кричат, что Оренбург твой город. Что это значит? Да, во-первых, спасибо за поздравления, да. Хочу поблагодарить всю команду. Непростой матч, непростые погодные условия. Поле искусственное, да. Хочу поблагодарить каждого за самоотдачу. Город, они кричали, потому что я забивал уже в прошлом зоне свой дебютный мяч здесь. Сегодня тоже получилось отличиться, но для меня это главная победа команды. Давайте, парни, с победой! Молодцы!